Осужденные шестой исправительной колонии сегодня смывали с себя грехи. Все арестанты отбывают наказание за тяжкие преступления и погружение в купель – еще один способ отказаться от криминального прошлого. Наши корреспонденты побывали за колючей проволокой. По всем правилам купель сначала освящает батюшка. Отец Андрей верит, погружение в ледяную воду поможет приобщить к святому празднику и смыть грехи заступившихся. В порядке очереди осужденные подходят к иордане, установленной во дворе. Все 100 человек, изъявившие желание, отбывают срок за тяжкие, особо тяжкие преступления. Спускаясь же в воду, арестанты, как и положено, крестятся. На улице холодно, но мужчины дрожь скрывают и окунаются 3 раза. Как водичка? В храме святого Иоанна Предтечи в это время идет служба. Во время божественной литургии освящают воду. Осужденные, которые за долгое время пребывания за решеткой уже стали прихожанами, помогают читать молитву. Мы уже не в первый год проводим это мероприятие, посвященное святому празднику Крещения Господня. С каждым годом количество осужденных увеличивается, желающих принять участие в этом празднике. И все больше и больше людей осмеливаются окунуться в холодную воду, чтобы смыть совершенные грехи на свободе. От лица администрации могу сказать, что положительно сказывается на их стремлении освободиться от этого тяжкого греха, который они совершили. Сами заключенные после погружения торопятся быстрее попасть в тепло. Но если хоть один из них таким образом очистит свои мысли, администрация учреждения считает, что мероприятие прошло не зря.